со всеми остановками. С чем я вас поздравляю, жизнь продолжается, как и попурри на темы прожитой жизни. Сегодняшнюю остановку мы решили посвятить выдающемуся бельгийскому мастеру, создателю уникального инструмента, который стал эмблемой современного джаза, имя мастера Адольф Антуан Жозеф Сакс, ну а имя его инструмента, разумеется, саксофон, и не только он один, это целая семейка государственных имени Олега Аверинского, художественный руководитель и главный директор Народный артист России Борис Трубкин. Владимир Кушанский, неизменный ведущий наших концертов.